Третий богач мира, инвестор Уоррен Баффет, выбрал наследника. На посту управляющего инвестициями компании Berkshire Hathaway Баффета сменит 39-летний финансист Тодд Коумс. В американских финансовых кругах он практически неизвестен. Даже фотографии его деловые издания достать не смогли. Зато хедж-фонд под его управлением показал неплохие результаты. 34% прибыли за 5 лет. Коумс рулил суммой в 400 миллионов долларов. У Баффета 100 миллиардов. Свои требования к преемнику Баффет несколько лет назад сформулировал так. Он должен быть генетически запрограммирован не рисковать. Инвестиционная стратегия Баффета очень простая. Покупать акции недооцененных компаний и держать их вечно. Предпочтение отдается простому бизнесу, который можно пощупать руками, вроде Coca-Cola или Kraft Foods.